Приветствую всех, всем здравствуйте. 6 июля 2020, без 15:08 утра, Москва. Закончился мой отпуск, и у меня сегодня первый день работы. Первый день смены, двух смен, если точнее быть. Вот только с метро вынырнул. Значит, в метро не был месяца три, наверное, где-то. Ну, как вся эта хрень началась, где-то с апреля, может быть, с начала мая где-то. Вон, когда там карты все эти вели, а одноразки, и, ну, понятное дело, ограничения были. Вот сейчас первый раз. Значит, информация, кто в Москве и думает, что там-то как. В принципе, половина на половину без масок. Я проходил, мне никто ничего не сказал. Народу без масок много. Всем это надоело, задолбало. И смотрю, большинство просто забили. Это в метро. А вот на улице, вот сейчас народ, смотрите, едет на работу кто куда. Вот, я ни одного в масках не вижу. Так, изредка. Ну, тут сейчас одного перца видел. Ну, пассажир тот еще, мне хочу сказать. В маске такой плотной, в перчатках, в очках, в наушниках и в кепке такой. Блин, ну это дичь, блин. Вот созидатели такие. На самом деле это на это смотреть дико. Уставший, замученный народ, серые лица такие. Блин, ну понять можно. Кто ездил в метро и знает, о чем я говорю. Вот, ну что, значит, сегодня понедельник. Видео как трудовые будни, просто на память. Сегодня жаркий день, жаркий московский день, сегодня до 30. И еще, да, по метро, чтобы не забыть. Одноразовые, единые, вот, начали опять продавать. Это очень хорошо. То есть я беру всегда туда-обратно, мне нафиг не надо эти тройки. Вот, и мало того, я, как известно моим друзьям, являюсь противником всех этих карт, электронки, всех этих чипов и всего остального. Вот, поэтому для меня это удобно. А потом, я не так часто бываю, слава богу, в Москве. Вот, это не тот город, который многие помнят раньше. Это уже совсем другой город. Вот, ну что, сегодня понедельник. А, да, по картам цена одноразки 54 рубля. 54 рубля. Но они работают и на автобус, и на метро, и на троллейбус. В общем, единый. Вот, 54 рубля. По карте, да, там дешевле. То есть на карту зачисляешь деньги, там 30, по-моему, с чем-то, что ли. В общем, не прибавили. Вот перед этим делом прибавили. Был полтинник. Или 52, что ли. Короче, немного прибавили. Вот, так что сегодня понедельник. Сейчас перекурю. Вот рюкзачок мой. Все взял. Вроде бы шмотки постирал тут недавно. Вот. И сегодня день будет чумовым. Я это знаю. Звонил вчера друг. Говорит, отключают воду горячую. А это значит, надо будет сейчас несколько, там, не знаю, сотен, десятков номеров переводить на водонагреватели автономные. Вот все это бегать мне. О, слышите, колокол звонит. Вот, начинается обедня, утренняя служба. Кстати, про службу. Завтра, 7 июля, великий праздник, Рождество святаго Иоанна Предтеча, Крестителя Господня Иоанна. Вот, праздник на самом деле великий и числится в канонах православной церкви как великим. Вот, так что всех Иванов... У них это День Ангела, именины. Вот, и всех православных христиан поздравляю с пожеланием всех благ. Вот, ну, а я сейчас через 5 с
7 минут, докуриваю и иду на работу. Вот там доснимаю вкратце, и видео будет, я думаю, где-то уже к обеду, может, чуть попозже. Как с работой? Работы сегодня будет много. И пока ехал, нарисовался новый маршрут в голове. Поход на Аку. Вот, посмотрим. Ну все, я на работу. Фу, блин. Фу. Вот с 8:30 нашел, все время без 22. Еще даже чай не пил с утра. Блин, 3 аварии, пришлось 2 стояка гасить. По подвалам опять, по этим, по пылюге там, по чердакам. Ой, мне еще воду горячую перекрыла Москва. Сейчас на Болера переходим. Все это нужно в каждом... Ой, блин, работы очень много. Фу, и жарище сейчас вот с духотой, с такой, блин. А тут что, главное, заставляют в намордниках. Я уж стараюсь не ходить в нем. Есть еще кое-какие новости. Даже не знаю, с чего начать. Сейчас кофейку попью. И сходим на ЦТП. Проедаем кота. Наверное, это и будут новости. Так что пока. Вот смена начала, у меня уже дух вон. Ладно, дел полно. В общем, продолжим на ЦТП. Блин, жарище сегодня в Москве. Это какой-то пипец. Я только-только времени. Он почти без 27. Я еще даже не обедал, не завтракал даже. Просто с ног, блин, ноги гудят. Вот так эти копейки достаются. В общем, по теме кота сейчас продолжу. Это вообще что-то. Вот, ну посмотрите, сына. Диспетчер, ответьте дежурному электрику. Чтоб тебе, сына, сыночка. 15-й корпус, 15-й этаж, это самый малый коридор. Сына. Короче, вот что вышло. Пока я был в отпуске, то ли вечером, то ли... Сынка, миленький мой, держись, не умирай. Короче, стреляли в кота. Какая-то сволочь. Настоящая сволочь, которой нет места на земле. Стреляли, короче, пулей и воздушкой, шариком металлическим. Вот. Попало вот сюда, а с той стороны кусок мяса вырвало. Вот. Вот такой вот, вот сантиметров 5, наверное. Прям все на вылет. Жилы, мясо. Вот. И он 2 дня думали, что умрет. Меня не было, никто не позвонил. В общем, сегодня что сделали? Я его утром обработал, все в гное, покормил кое-как его. Ну вот, а он плачет, и вот сейчас температура. В общем, вышло, что к вечеру где-то девчонки здесь, говорят, ну разве можно так? Договорились, позвонили в ветеринарку, взяли машину, сетку там вот эту для переноски кошек. Вот, и возили его в ветеринарку. Вот, чего уж тут сделали, не знаю. Ну, мы уже его перевязывали, как бы, ребята говорят, он сдирает. Вот, не знаю, что они там зашивали, но рану явно обработали. Можно перевязку скоро вести. Вот такие вот у нас дела. Сыночка, пойдем, я тебе там положу ЦТП. В общем, вот у него рана здесь. И на вылет там, под горлом, прям куска мяса нету. Выживет. А он уже вообще прям это трясется весь горячий, ну температура. Ну порядок. Там по левому крылу включено было. Сыночка, миленький мой, выживи, пожалуйста. Где-то мази тебе как-нибудь
есть какие-нибудь, я не знаю, типа хоть бы они рану зашили бы. Сыночка, миленький. Вот сволочи какие. Ой, вот такое видео, Господи помилуй. Будем теперь тебя выхаживать, лишь бы только ты выжил, миленький. Опять он ноги заплетаются у него. А он еще сейчас не... Все, вон у него ноги уже не держатся. Все, все, ноги уже не держатся. Может, после уколов? Пойдем, я тебя отнесу на твое местечко. Пойдем, мой хороший. Вот такое видео. Сегодня 6 июля 2020 года.